Маршал Андрей, необыкновенно важная для нас евангельская фигура. Это первозванный ученик Спасителя, которого Христос первым призвал на служение, на миссию. О нем Евангелие рассказывает несколько прикровенно, и поэтому о его миссии во многом мы можем только догадываться. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Евангелие от Матфея. Апостол Андрей не случайно первозванный, ибо он был первым из всех учеников призван Христом. Он был учеником Иоанна Крестителя и, услышав проповедь Иисуса, ушел за ним. И затем он призывает своего брата Петра, говоря ему: мы нашли Мессию. Затем они следуют за Иисусом вторично, когда тот их находит на берегу озера. И уже Андрей не отступает от своего учителя, движется с ним повсюду во время его проповеди в Палестине. Среди важных событий Андрей упоминается, пожалуй, что дважды. Один раз в случае, когда прозелиты пришли в Иерусалим к Иисусу и просят попасть к нему, и тогда Филипп сообщает Андрею, Андрей сообщает об этом Иисусу. Судя по своему греческому имени, Андрей, этот апостол, видимо, знал греческий язык и выполнял какую-то административную функцию в общении апостолов. И та же самая история примерно повторяется в случае с умножением хлебов. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. Евангелие от Иоанна. Андрей присутствует при беседе о разрушении Иерусалимского храма и грядущих бедствиях. Затем вместе с другими апостолами Андрей, испугавшись, бежит от креста. Затем вместе со всеми апостолами принимает весть о воскресении, встречает воскресшего Христа. И затем со всеми апостолами провожает его на небо в Вознесение и принимает Святого Духа в Пятидесятнице. Святой апостол Андрей показывает дорогу всем, и христианам, и нехристианам, и говорит, что существует только один путь спасения. Если последуете за Христом, то прибудете в радости, мире и спасетесь. Если пойдете другим путем, то погибнете. Фраза «Я нашел Мессию» звучит для нас сегодня весьма актуально. Конечно, как первозванный апостол, как брат апостола Петра и как великий миссионер, обошедший пределы Черного моря, Андрей, несомненно, очень и очень важен. Андрей получил в жребий скифию. Однако самый ранний текст, который свидетельствует об апостоле Андрея, его проповедь, так называемое «Деяние Андрея» середины II века, говорят о том, что он отправился не к скифам, а отправился на север, на южный берег Черного моря, и, начиная из города Амасии, двигался на запад через Синопу, Никомедию, Никею. Проходя дальше в сторону Иверии, апостол Андрей основал кафедру в маленьком городочке с незамысловатым названием Византий. Название этого населенного пункта впоследствии было энциклопедистами французскими использовано для обозначения Восточной Римской империи, которую даже мы привыкли называть Византией. И далее апостол Андрей, продвигаясь к северу, достиг холмов, на которых он предсказал возникновение города, украшенного большим количеством церквей,
Это было место, где впоследствии, в VI веке, был основан город Киев. Апостол Андрей не останавливается, он идет еще дальше на север, достигает пределов, где, возможно, уже и в то время находился какой-то город, ставший впоследствии Новгородом, одним из самых значительных северорусских городов. И основывает он также и монашескую общину на Валаамском архипелаге. Таково церковное предание. Уже в преклонном возрасте он проповедует на территории Ахаи, в городе Патры, Патрассо. Апостол Андрей Первозванного и застиг эдикт императора Нерона, инициировавшего первые массовые гонения на христиан. Прежде чем переступить порог храма апостола Андрея, в котором мы сейчас находимся, вы видите город Патры и понимаете, почему апостол Андрей выбрал его для проповеди слова истинного Бога. В те времена Патры были крупным культурным и торговым центром. И сегодня город играет большую объединяющую роль в современном мире, так как это врата, соединяющие Запад с Востоком. Поэтому апостол Андрей, пройдя много городов, пришел в Патры, остался здесь и принял мученическую смерть на кресте, имеющую форму буквы Х. Перед мученической кончиной, согласно деяниям Андрея, второй век, то есть текст, ну, близкий, где-то в пределах 100 лет, а даже и меньше, от кончины апостола, апостол сидит в темнице, там продолжает проповедовать, и, наконец, его ведут распинать кресту. Причем надо отметить, что крест, который мы называем Андреевским, в иконографии появился довольно поздно, не раньше 12 века в Бургунде, в то время как в древних деяниях Андрея довольно четко говорится, что это был обычный крест, такой же, на котором распяли Иисуса. Андрей, обращаясь к этому кресту, говорит: «О крест, чья голова упирается в небо, а корни уходят в землю! О крест, который распростел свои руки, чтобы обнять весь мир!» Толпа возмущается, требует от проконсула снять праведника со креста, но Андрей только сокрушается и говорит: «О неразумные, чему я вас учил? Разве этому? Я иду к своему Создателю, я иду к Творцу, а вы хотите лишить меня этого?» Здесь он пролил свою кровь и оставил свои честные мощи. В Патрах хранится часть его честной головы, благодатное сокровище, почитаемое горожанами Патр, всей Греции и всем миром. Мощи апостола Андрея первоначально почивали в городе Патры, где он был распят. Затем в IV веке сын императора Константина, святого Константина, перенес святые мощи в Константинополь. И их положили в собор 12 апостолов. Это была одна из самых главных церквей Константинополя. И вот в 357 году император Констанций празднует 20-летний юбилей своего самостоятельного правления. Он едет в город Рим, закрывает двери храма Януса, объявляя, что война закончена, торжественные мероприятия в Константинополе. Ему приходит в голову идея собрать в храм апостолов, который построил его отец Константин Великий, мощи реальных апостолов. Андрея, Луки и Тимофея. Он посылает своего военачальника Артемия, в дальнейшем мученика, за этими мощами. Артемий приводит их в Константинополь, они полагаются в храме апостолов, но дальше начинаются пертурбации, потому что почти сразу происходит землетрясение. Приходится мощи, останки Константина вынести. Что происходит с мощами апостолов, мы не знаем. Знаем, что в 371 году храм был заново освящен, и после этого, уже в конце IV века, по словам Иоанна Златоуста, ситуация перевернулась, потому что Константин оказался вне своего мавзолея, а Андрей, наоборот, внутри. И Иоанн Златоуст прямым текстом говорит, что Констанций был счастлив положить своего отца у ног рыбаков.
где-то начиная с 8-9 веков, по-видимому, какая-то часть мочей апостола Андрея попала в Шотландию, откуда выросла затем город Сент-Эндрюс, и предание о том, что чуть ли не все мощи апостола Андрея попали в Шотландию, а потом предание о том, что даже апостол Андрей и посещал Шотландию. В конце XI, в начале XII века, это время правления Малькольма III и его жены, саксонской королевы Маргарет, начинается особое почитание святого Андрея. Именно они учреждают St. Andrew's Cathedral, кафедральную территорию, на которой возводятся два важных храма в честь апостола Андрея. 33-метровая башня, которая еще сохранилась, должна была служить маяком для кораблей-паломников, которые приезжали в город святого апостола Андрея. Следующая легенда связана с фигурой Ангуса I. Именно он перед тем, как сразиться с королем Нортумбрии, увидел в небе на голубом фоне белый крест. Эта история апеллирует к истории, которая случилась с Константином Великим, когда он увидел хризму в небе и услышал голос с неба: «Сим знаменем победишь». Начало 13 века. Церковное разделение, раскол проникает все глубже и глубже. И в 1204 году венецианцы перенаправили удар крестоносцев, и вместо того, чтобы отправить это войско на освобождение святых христианских земель, они отправили их в Константинополь, который к тому моменту стал одним из соперников Венеции. Крестоносцы порушили очень много святынь и сначала, надо сказать, просто издевались даже над православными традициями, храмами. Потом опомнились и начали реликвии, святыни, иконы, мощи переправлять на Запад. Образовался целый такой рынок, как сейчас можно сказать, общехристианских византийских святынь. Главной добычей стали мощи святого апостола Андрея. И здесь на первый план вышли амальфитанцы. Амальфи была могучая морская республика наряду с Венецией, с Геной, с Пизой. И один из амальфитанцев, прелат Пьетро Капуанский, и настоял на том, чтобы именно Амальфи были переданы эти мощи. Конечно, в Амальфи это было воспринято с огромной радостью. Приносилась самая главная святыня Византии. Поэтому я не исключаю, что даже и в самом Амальфе может на какой-то момент подумать, что Рим, второй Рим пал, а третий Рим, он, может быть, и переносится в Амальфе. Амальфи возник в 5-6 веке по Рождестве Христовом в очень сложный драматичный период, период упадка Западной Римской империи, захват ее варварами. Такие города, как Амальфи, они возникли благодаря потоку беженцев из столицы империи. А население Рима превышало 1 000 000 человек, и когда он был захвачен, то многие жители Рима, в том числе и состоятельные, и богатые, они предпочли покинуть город. И Амальфи, возникнув уже на осколках Западной Римской империи, стал самой первой независимой морской итальянской республикой. Это очень интересный факт, но когда на Святой горе Афон стали возникать обители, амальфитанцы были единственным западноевропейским городом, который основал монастырь на Святой горе Афон. Весной 1206 года кардинал сошел с корабля, отправил папе в качестве реликвии лицо апостола Андрея и послал все остальные части тела апостола в Амальфи. Эти мощи хранились в одной из церквей Амальфийского порта в судоходном морском шлюзе в течение почти 2 лет.
Понадобилось некоторое время, чтобы была построена крипта кафедрального собора, который должен был принять мощи апостола Андрея. Затем, 8 мая 1208 года, мощи святого апостола на кортеже из Новых Галер были перенесены по морю из этого портового места в кафедральный собор, в крипту. Лишь только мощи были внесены, произошло чудо. Сверху упал маленький ребенок, примерно с 7 метров, прямо на пол и остался невредим. Апостол Андрей был небесным покровителем Византийской империи. Христианский мир, разделившись, распавшись, восприял вот это небесное покровительство двух братьев. Апостол Петр покровительствовал Западу, апостол Андрей – Востоку, Константинополю. И тем самым Русь усвоила уже из Византии павшей почитание апостола Андрея. Во времена Петра I, который был очень внимателен к оформлению христианскому новой России, имя апостола Первозванного и его почитание стало иметь все больше и большую роль. Даже, скажем, тот факт, что в основании Петропавловской крепости Петр I положил ковчег с частичкой апостола Андрея, свидетельствует о том, какое внимание и значение он придавал почитанию Первозванного. За пару поколений до Петра греки как минимум 4 раза приносят в Россию мощи апостола Андрея. В том числе монахи монастыря Святой Анастасии Зарешительницы из Фессалоники привозят руку апостола Андрея. Эту руку кладут в сокровищницу, она там довольно долго лежит, но внезапно патриарх Адриан, разбирая сокровищницу, находит эту руку и видит, что персты у нее сложены троепесно, то есть по-православному. Это очень важный аргумент в борьбе со старообрядчеством. Эту руку сразу же достают, всем показывают и даже посылают молодым царям Петру и Ивану в армию. Петр, утверждая новую державу, ищет и некоторых новых символов, но на европейский лад. В частности, он начинает учреждать ордена, вещь, которая до Петровской Руси была чужда. Соответственно, для ордена требуется покровитель, и этим покровителем становится апостол Андрей. Поскольку апостол Андрей был рыбак, то есть моряк, он одновременно становится и покровителем флоту. Таким образом, старые русские предания об Андрее, как об основателе христианства, начинают заново трактоваться в образе Андрея как чуть ли не главного святого Руси. Но важно отметить, что этот символ, он уже начинает отрываться от реального апостола. Образ апостола Андрея складывается такой на Руси своеобразно. То есть знают, что он был в Киеве, знают, что он был на Руси, и не знают почти ничего другого об апостоле Андрее. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить, что это я, и многих прельстят. Когда же услышите о воинах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня, для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». Евангелие от Марка. Мы люди моря, народ, который очень сильно связан с апостолом-рыбаком. Он был первым призван Христом, поэтому для нас является большой честью иметь у себя его мощи. Над ними никогда не производилось исследование. По понятным причинам такое исследование сделать очень сложно. Но предание свидетельствует о том, что его мощи находятся у нас, под главным алтарем нашего кафедрального собора, который мы не имели возможности исследовать. Было бы очень рискованно делать здесь раскопки, потому что мог бы рухнуть весь алтарь. В то же время затылочная часть головы видна очень хорошо. Все могут видеть апостола и восхищаться этим чудом.
молиться перед мощами того, кто был одним из главных сподвижников Христа. Мощи в Амальфе неоднократно открывались, собственно, открываются каждый год, но они никогда не исследуются. В отличие от мощей, например, святителя Николая, которые две трети лежат в Бари и одна четверть лежит в Венеции, где было научное исследование, проведенное одним профессором в 50-е и 80-е годы, который установил, что действительно венецианцы добрали кусочки мощей, которые не унесли баряне из мира. Вот таких исследований с мощами апостола Андрея никогда не проводилось. Единственная наша гарантия, что все источники в Амальфе беспрерывно сообщают от начала до конца, что апостол Андрей лежит в этом городе. Мощи святого апостола Андрея Первозванного мироточивы. Факт мироточения амальфитанцы обнаружили в 100-летний юбилей, в 1308 году, когда архиепископом Амальфи мощи были вскрыты для освидетельствования. Оказалось, что они находятся погруженными в мир. И с тех пор амальфитанцы стали регулярно открывать гробницу. И в данный момент существует традиция 6 раз в году открывать гробницу и доставать мир. Сегодня почитание святого апостола Андрея играет огромную роль в сближении Востока и Запада. Еще в средние века Амальфи пытался сделать нечто подобное. На бронзовых воротах кафедрального собора, изготовленных в Константинополе в 1057 году, изображен святой Андрей рядом с апостолом Петром. Святой Андрей – символ города Амальфи, но также и греческой церкви или восточной. Петр же – символ и покровитель римской церкви. То есть, зная о расколе, который случился совсем недавно, автор хочет показать близость православных и католиков и продемонстрировать этим желание примирения между церквями. В 1964 году, как вы знаете, после многочисленных переговоров, произошла встреча в Иерусалиме константинопольского патриарха Афиногора с римским папой Павлом IV. В рамках этой встречи патриархом Афиногором было выражено пожелание вернуть частицу главы апостола Андрея в Патрию. В торжественной обстановке мощи встретили на главной площади города трех союзников, и святыня торжественно была перенесена в старый храм, так как новый еще не был построен. С того времени частица честной главы находится в Патрах и почитается самой главной святыней города.